Областные соревнования по боулингу среди инвалидов прошли в Реутове. В фестивале спорта приняли участие сильнейшие спортсмены региона. Они боролись за первенство в командном и индивидуальном зачетах. В этом мероприятии принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья. И для них это очень важно – проявить свои возможности, показать свои силы, да и вообще пообщаться, потому что здесь у нас 8 команд из нескольких городов Подмосковья. Королев, Ивантеевка, Мытищи, Пушкино – среди фаворитов турнира и хозяева соревнований – спортсмены из Реутова. Житель Реутова Денис Пупышев занимается боулингом уже 2 года. Чтобы отточить свое мастерство, он вместе с друзьями из клуба инвалидов «Рискэм» приезжает в боулинг-клуб каждую неделю. По словам Дениса, боулинг – вид спорта, который развивает многие качества. По технике это, конечно, физическая сила, ну и глазомер, чтобы знать, куда шар пойдет и куда кегль отобьет. Ну, как бы угол падения равен углу отражения, что-то вот типа такого. Здесь все как в большом спорте. Эмоции, радость побед и горечь поражений. В каждой команде по 5 участников бросают шар друг за другом. В зачете учитывается 2 игры. Все настроены крайне серьезно. Мы рассматриваем боулинг не как досуг, а как действительно спорт, адаптивный спорт. Потому что боулингом могут заниматься инвалиды любой нозологии. Он доступен для всех. Вы видите, сегодня на соревнованиях присутствуют инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. По итогам фестиваля команда из Реутова заняла 1-е место, на 2-м – спортсмен из Ивантеевки, на 3-м – из Пушкина. В личном зачете реутовчанин Виктор Федоров занял 3-е место, Виктор Кучерян из Мытищ на 2-м, а Виктор Орел из Пушкина стал триумфатором фестиваля. Евгений Сафаров, Петр Гаретов, телекомпания ТВ «Реутов».